Так, скоро у нас планируется много куличей, поэтому сделаем сегодня цукаты для них. Для начала отжимаем сок и очищаем их от мякушки. Заливаем их холодной водой, можно, в принципе, это пропустить, но мне нужно было уходить, поэтому я решила их залить. Пришла, слила воду, залила свежий и поставила на плиту вместе с ложкой соли. Варю 10 минут. Сливаю, еще раз промываю и еще раз заливаю холодной водой, ложкой соли и еще 10 минут. Такая итерация нужна 3 раза, и это для того, чтобы горечь ушла. После второго раза вроде ничего, но потом все-таки горчило. Я решила залить 3-й раз. Ну и опять покипели они 10 минут, уже без соли. И затем я перешла к сиропу. 1 стакан воды и 2 стакана сахара. Я еще добавила ванильный сахар для аромата. Это был потрясающий. Блин, не влезает, сори. Отдельное видео уже в ленте. Сироп закипел, и мы режем наши кожурки. Они уже мягкие после 3-й варки. Я их порезала на квадратики и засыпаю в сироп. Затем я их просто оставляю, иногда мешаю и жду, пока вся влага выкипит. Если вы хотите цукаты в сиропе, то обязательно добавьте сироп глюкозы или лимонную кислоту, или просто лимонный сок. Это предотвратит кристаллизацию сахара. Чтобы выпарить весь сироп, я кипятила их примерно час на большом огне. Кстати, мякушку я тоже отдельно сделала вареньем. Очень вкусно. Закатала в банку, потом буду кушать. Вот наши цукаты и готовы. Я их убираю в холодильник и оставляю на ночь. Ох, а вот и они на следующий день. Такие прозрачные, янтарные и очень-очень вкусные. Вообще не горчат. Класс, я довольна.